Символ года своими руками. Подведены итоги корпоративного конкурса поделок компании «Промагра». Десятки свинок разных пород представили участники. Первое место взял мангал в форме поросенка. Поросята всех мастей – бумажные, тряпочные, пластилиновые, глиняные, из ниток, шерсти и даже железа – в семьях и поодиночке. Лариса Головкина с дочкой Валерией – специалисты по вязанию и постоянные участники корпоративных конкурсов. В интернете посмотрели. Я подбирала цвета. Везде участвую, в всех конкурсах. И в школе тоже участвуем, и на работе уже не первый раз. Ограничений в технике и жанре не было, потому на выставке такое разнообразие забавных символов наступившего года. Семья Дранниковых тоже уже участвовала и даже выигрывала призы в конкурсах среди работников «Промагра». Мы долго думали, что сделать, но как бы решили, что вязаных будет в любом случае много, потому что сейчас все и вяжут, и все делают. Но лучше как бы сделать такой вот оригинальный как бы из глины. Я вспоминала пластилин. Оригинальная копилка в форме поросенка, сделанная семьей Хачко, взяла третье место. Пришла в голову идея сделать мне. Ребенок поддержал, она из бумаги, это папье-маше. Вот бумага, вода и клей. Я помогала маме. Церемония награждения состоялась в конференц-зале компании «Промагра». Идея проведения конкурса «Сделай своими руками символ года», ну, она была, конечно же, на поверхности, потому что мы свиноводческое предприятие, работаем в области животноводства, мясной переработки, и, естественно, эта тема нам близка. Но, конечно же, организационный комитет не ожидал, что столько людей откликнутся и примут участие в этом конкурсе. Я хочу от всей души сказать вам огромное спасибо за креативный подход, за нестандартные решения, за то, что идея оказалась вам близка. В качестве призов – продукция собственного производства. Все участники без исключения получили мясные продукты под брендом «Промагра». Призовых мест было 5 – 3 третьих, 2 вторых и 1 первое. Жюри единодушно признало лучшей работой мангал в форме поросенка. Вес оригинальной конструкции – 15 килограммов. В ход пошел старый газовый баллон, куски труб и шайбы. Начальник предложил, что конкурс будет. Ну, мы подумали, решили взяться за него. Идея подсмотрена в интернете. Вот мангалы, шамбуры. И вот просто услышали, что будет конкурс. А почему бы не сделать и не попробовать поучаствовать? Ну, мы занимались в основном в Обедино. Ну, задерживались по чуть-чуть. Ну, в общей сумме, может, дня три. Потому что если все время сложить, то там на свалке, что там мы находили, то это, то это. В ближайшие дни компания слесарей намерена опробовать мангал в деле. Тем более, что каждый из четверых получил по окороку весом 7 килограммов. Анна Семенова, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.